Всем привет, с вами Ирина. Это видео больше будет для тех подписчиков YouTube, которые не состоят в группах в Facebook и ВКонтакте и не знают, что мы собираем очень-очень классный новый заказ на Азию. Последнее время очень часто пишут в комментариях под обзором растений от Швертера, как купить это растение, как заказать растение у Швертера. Ну, в общем, много разных вот такого вот плана вопросов. И получается, что у меня как бы на YouTube очень многие даже и не знают про наш заказ. Поэтому это видео будет непосредственно для подписчиков YouTube. Для того, чтобы заказать растения, в первую очередь нужно все-таки состоять в группе, либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте. На YouTube я заказы, ребят, не принимаю, потому что это все очень сложно. Все растения, которые нам пришли по прайсу, они все по номерам, то есть имеют свой определенный код. Ну и выставлять на YouTube цены, описание, то есть это все очень много занимает времени, поэтому каталог растений можно найти в группах, в одной группе и в другой группе у нас в описании под этим видео. Можно открыть описание, и вы увидите ссылочки на группы. Растения всякие-всякие разные, цены также разные. Цены у нас идут от $1.70 до, если я не ошибаюсь, до $88. Цены в долларах. Растения очень-очень красивые. На экране хочу представить вашему вниманию несколько вариантов цветения от поставщика. Поставщик – это Shining Orchids. Я думаю, многие знают этого поставщика. Для тех, кто не знает, вкратце я вам расскажу. Эти растения от господина Миту. Это человек-селекционер. Ну, ребят, он такой с мировым именем. То есть очень-очень известный человек в орхо-мире, если так можно выразиться. И вот этот известный человек недавно в нашей группе в Фейсбуке поделился несколькими фотографиями своих растений, после чего мы с ним стали переписываться. Ну, в общем, вот так вот к нам уже попал и ихний прайс, и варианты цветения растений, которые нам предлагают. И, в общем, было принято сразу решение собрать заказ, потому что минимальный заказ на этого поставщика это $1500, поэтому мы должны собрать именно на $1500 для того, чтобы мы получили оптовые цены. Но я думаю, группа у нас большущая, что одна, ну вторая чуть-чуть меньше, и на YouTube очень много подписчиков, так что, ребят, если есть желающие поучаствовать в заказе, заходите в описании под видео, переходите в группу, и самое первое, что вы читаете, это условия заказа. Это очень-очень важно. Почему? Потому что очень многие, когда что-то подобное слышат, вот увидели где-то заказ, и давай мне в личку сразу писать, строчить, а вот это, а вот это, а вот это. В общем, очень-очень много вопросов, и я не успеваю просто всем физически отвечать. Для этого были написаны условия заказа. И для того, чтобы у вас не возникало очень много вопросов, и для того, чтобы я каждому индивидуально не описывала эти все условия, для этого были написаны условия заказа общие для всех. Поэтому, ребят, огромная-огромная просьба, прочитайте, пожалуйста, в начале условия заказа, а после этого уже пишите свой заказ. Заказ нужно писать код растения, название, его размер и стоимость этого растения. Далее я ваш заказ записываю. После этого под конец месяца будут сделаны все просчеты, все смогут в конце месяца с 26 по 29 сентября оплатить свои заказы, и 30 числа мы должны уже отправить весь наш заказ. На заказ понадобится пару дней, чтобы нам его собрали, спаковали и отправили. Посылочка будет идти порядка где-то около 2 недель.
Так что нам нужно будет запастись с вами терпением и дождаться, когда же к нам придет наша посылка. Далее, что касается, опять же, непосредственно этого заказа, я в группе объявила конкурс. Конкурс на одно какое-то любое растение на наш выбор. Ребят, но нюанс в том, что участвовать в этом конкурсе смогут только участники заказа. То есть непосредственно те люди, которые принимают участие в заказе, между ними будет разыграно одно растение. Растение, я вам еще пока что не могу сказать, какое растение будет выбираться, одно из тех, которое вообще не было в нашем заказе, для того, чтобы не получилось такой ситуации, когда кто-то заказал уже такое растение, и он же его получит как бы в конкурсе. Я думаю, что это будет такая вот, ну, не очень приятный сюрприз. Вот, поэтому я оставляю за собой право выбор растения. Ну, постараюсь выбрать, конечно же, самое-самое лучшее. Ну, ребят, выбрать реально очень сложно. Растений очень много, все очень классные. Невероятно красивые орхидеи есть у господина Митуа. Поэтому выбор, конечно, очень сложный. Очень-очень. Я сижу сутками, выбираю, смотрю. Хочется практически все, но понимаю, что все и сразу это практически нереально. Вот. Так что, ребят, вот такая вот хорошая еще новость. Разыграем мы с вами растения, если перед этим были немножко другого плана конкурсы ВКонтакте, ну, на Фейсбуке немножечко не пошло, потому что немножко меньше участников из Украины, а в большинстве у нас конкурс был для участников Украины. Так что теперь, так как мы собираем уже такие международные заказы, вот у нас уже есть доставка по Европе, у нас есть доставка в Россию, а это, ребят, немаловажно. Мы нашли хорошую девочку из Москвы, которая будет получать все посылочки и отправлять уже непосредственно по всей России. Отправки будут разные на ваш выбор, да, кому поездом, кому почтой. То есть уже вы сами непосредственно будете просчитывать, как вам выгодно и как вам лучше. По вот этим всем вопросам писать огромная просьба в комментарии непосредственно в самих темах. Есть отдельная тема в группе ВКонтакте, это сбор заказа МИТО по России. Занимается этим заказом Аленка. Вот, поэтому свои заказы можете писать в теме, свои вопросы также можете писать в теме, либо прочитать уже те вопросы, которые там написаны, и найти свои ответы. Так что, ребят, вот такая вот хорошая новость, потому что очень многие писали, возмущались, что вот почему так, почему мы не можем заказать в Россию. Ребят, ну, поверьте, я прикладываю максимум усилий для того, чтобы все мои зрители, да, и все участники групп были довольны. И поверьте, это не от меня зависит. Это не зависит от того, что вот есть у меня настроение или нету, или вот этому участнику я отправлю, а вот этому нет. Совершенно нет. Это абсолютно, ну, несовместимые вещи, скажем так, да. То есть я стараюсь услышать каждого. Поэтому работали, ну, не один день, скажем так, да, в том направлении, чтобы была доставка во многие другие регионы. Так что, ребят, в Москву доставка уже есть, отправлялись посылочки уже не один раз, девочки получали, но единственный нюанс, конечно, что не всегда получается отправить с первого раза. Бывает такое, что посылочку берут со второго или с третьего раза. Но я думаю, чтобы вы не испытывали этот весь стресс, поэтому я буду отправлять посылки Алене, а Алена будет уже отправлять по всей России. Так что новость тоже очень радостная, что у нас есть доставка по всей России, потому что очень-очень много подписчиков и участников тоже смотрели и писали, что почему нету доставки к нам. Ребят, теперь доставка есть и к вам. Так что тоже, опять же, радостная новость. Далее, и еще один конкурс у нас проходит. Мы разыгрываем коллекционную монетку, но желающих почему-то, к сожалению, очень мало. Я
надеялась, что будет намного больше желающих, но почему-то их очень-очень мало. Ну, видимо, не все хотят иметь коллекционную монетку. Как я поняла, больше хотят, чтобы разыгрывали растения. Спешим принять участие в нашем заказе. До окончания заказа у нас осталось всего-навсего 2 недели, и через 2 недели мы закроем наш заказ. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.